Всем привет, это у нас полтора мистера Мита. В этом видео мы постараемся выгнать свинью за пределы карты с помощью бага текстур. Давайте начинать. Сегодня поиграем на сложности легко, чтобы нам мистер Мит не очень сильно мешал. Сейчас я специально попадаюсь мистеру Миту, чтобы меня переместили в хлев. Но перед этим мне нужно достать флейту, чтобы все-таки свина запинать кое-куда. Сейчас вам все покажу. Первым делом мы будем открывать просто дверь. Можно даже в обход пойти. У вас есть 3 ночи, чтобы спасти девушку. Бам. Давай, иди вперед. Так, что здесь есть? Ничего. Кидаем, шумим здесь. Ищем молоток. Нам нужна срочно флейта. Так, мистер Мит загрелся, да? Не загрелся, что он такой медленный? Так, закрывайте дверь всегда. Переагриваем его сюда, щипцами. Дверь открывается. Мы спокойненько идем. Есть. Ура. Все, ищем молоток. Так. Смотрите, во втором. Мистер Мита заодно усыпляем. Бам, и дротик. Взят, все. Я готов. Смотрите, он там психует. Бам. Повял. Как только мы окажемся у свиньи, где-нибудь я флейту выкину. И вылезаем. Смотрите, как легко вылез. А давайте прямо за туалетом пройдем. Вот здесь я буду проходить со свиньей. Поэтому флейту я куда-нибудь бросаю. Так, все, мистер Мит уже не попадаюсь. Мне нужно свинью загреть на себя. Потому что она здесь обычно меня догоняет. То есть мне нужно ее успеть. Давай. Ох, слепой. Так. Все, максимально близко, видите? Сейчас ее толкаю. Потихоньку буду толкать туда вперед. Ничего себе. Я тут ушу переворачиваю. В общем, он будет очухиваться. Так, у него есть еще дротик? О, был дротик. Где-то был дротик, я видел. Он сейчас оживет, гад. Успел. Еще дротик берем. Так. Сейчас его отпну куда-нибудь. И смотрите. Ой. Он раскручивается. Сейчас его заманю за туалет. О, это жесть какая-то. Он же здесь обычно не бывает. Так. Там мистер Мит загрелся. Мне нужно его потихонечку флейтой перемещать к туалету. Ну, давай. Успел. Смотрите, что с ним. Это просто жесть. Демон оживает. Смотрите, это реально демон. Все. Теперь ему себя показываем. Так. И надо каким-то образом его заманить за текстуры. И он там должен упасть за карту. Вот это да. Он просто облокачивается на колодец. Я надеюсь, он меня заметит. Ах ты! Слепой, смотрите. Он развернулся, гад. Мне нужно его выталкивать. Он оббежал туда. То есть надо все делать заново. Вон, видите, куда бежит? Фантастика. То есть он теперь запомнил, что я там. Так, на него залезу тогда. Вау. Я его затолкал. Я его затолкал. И где он? Побежали проверять. Вот это была фантастика. Юкрат его вышен. Я успел. Вот тогда. Смотрите. Вот это чудо. Он выбежал. То есть сейчас мне нужно будет его усыпить где-то вот здесь. Я потихонечку его перемещу. Возможно, я его каким-то чудом смогу просто вытолкать сам. Главное не уронить его в туалет. На. Прям сидя на нем усыпил. Такого вообще не было еще никогда. Его можно потихоньку толкать. Сейчас его жду вот здесь. Прям
В этом проеме. Как только подбежит, сразу усыпляю. Надо же поприседать. Попал. Он крутится. Вау. Фантастика какая-то. Так, я его сейчас так в дом затолкаю. Смотрите, у него голова уже в доме. У него голова отчасти в доме. Нет. Ой, так мы с ним вообще в дом попали. Смотрите. Что вообще происходит? Так, я пока прячусь. Он вообще в доме. Такого не было. Давай, заходи. Так. Здесь, здесь. Я его скинул. Ах ты. Смотрите, он пошел за картой. Так, я пошел как-нибудь за дротиком, да? Где я? Он гуляет за картой. Ой. Все, беги ко мне вот здесь. Сейчас скинем его с карты, смотрите. Не скидывается, гад. Он не хочет падать за карту. Ой. Я его как-то усыпил, не пойми как. Смотрите. Сейчас надо скидывать. Могу дверь открыть просто отсюда. Где-то есть дротик. Там мистер Мид застрял. Без головы причем. Сейчас свина живет. И что? Смотрите, он ожил и исчез. Так, я побежал его искать. Он, похоже, респаунился обратно. Так. Либо я его скинул с карты. Все. Свина на карте просто нет. Когда он респаунился, его просто почему-то выкинуло. Один дротик оставался всего. Так, прям присел. Здесь свиньи нет. Сейчас проверим в холодильнике. Здесь только его родственники. Я нашел свинью. Она в комнате мистера Мита. Вау. Я ее не сбросил. Фантастика. Так, давайте попадем в гараж. Мне сейчас нужно будет справляться аж с двумя людьми. Смотрите, прикол. Она ходит прямо по кровати. Так, я там дротик скинул. Ах, ты уже не вернешься. У нас есть щипцы зато здесь. Закроем дверь. Так, берем сначала дробовик. Все, успеем. Главное дверь успеть закрыть. Все. Ура. Раз, два, три и четыре. Бам. Все, перебираюсь на страйку. Открываю дверь. Мистера Мита устраняю. Ничего себе. Смотрите, караулит. Так, я его, получается, не устраню, да? Я могу, в принципе, доску резко скинуть. И резко пробежать. Вот так. Успел. Ну, берись. Так. Дверь закрываем. Мягко обходим. И в сарайку. Так. Все, зарядился. Не знаю, где он. Бам. Все, повял. Сейчас идем исследовать свинью. Открывайся. Подписчик предлагал ее переместить за пределы фермы. Я это сделал. Я ее переместил аж в дом. Вау. Смотрите. Я ее переместил в дом, да. Но я хотел усложнить эксперимент. Ее вообще скинуть с карты. Бам. Ой. Давайте сяду на нее. Все, сел. Сейчас, надеюсь, она куда-нибудь побежит. А у меня в руках заряженный дробовик. Вот это фантастика. Так. Открываем. Йос, побежали. Просто бегаем по дому. Ой. Не вариант. Убивать нельзя. Так. Сажусь. Она бодается. Смотрите. Как теперь ее поместить-то? Побежали. Пока что сбрасываю дробовик. И убегаю на кухню. Он не здесь.
Смотрите, значит, он в подвале. У нас сегодня усложненный эксперимент. Я постараюсь взять ключ и резко все проделать. Так, он не хочет браться. Свинья здесь! Вау! Вот так. Мистер Мид здесь, да, скорее всего? Так, закрываемся и открываемся. Бам! Еще раз зарядимся. И после этого будем на свинье пытаться выехать. Так, у нас всего лишь один патрон. Свин пытается выбраться. Ну, все, я на свине. Ну, побежали. Прям на ферму. Катаюсь на свине просто конкретно. Так, но мне его убивать нельзя. Мне надо как-то выбежать опять за пределы карты. Да, пробегает. Бам, все, всадил. Фантастика. Все. Мне его нужно так сейчас загреть. О, смотрите. Я, получается, буду стоять вот здесь. И попробую его заманить. Во! Я надеюсь, он оббегать не будет. Если что, я его прихлопну. Смотрите. Сейчас ждем, чтобы свин проснулся. Буду стоять прямо на грани пропасти. А, кстати, носится мистер Мид. Заметь меня. Смотрите, не видит, гад. Не видит. Так. Ой, побежал. Не туда. Так, хорошо. Это не важно было, казалось бы. Смотрите. Он теперь идет здесь. Так, опять 25. Нам нужно его заводить. Так, смотрим, как он сейчас начнется. Йос. Убил, гад. Да как так-то? Он так точно никогда не бегал. Пролезай. Йес, протиснулся, гад. Вау. Так, мистер Свин, давай. Прыгай ко мне. Мистер Свин. Я чуть сам не упал. Смотрите, он спокойно тут бегает. Что с ним? Он пошел уже по пропасти. Выскочил. Почему он не попадает на пропасть? Все, скинул. Все, он улетел. Yes. Эксперимент получился. Он сорвался, это будет видно на видео. Фантастика. И его резко не видно. Давайте мы на этом видео закончим. Подписчику большое спасибо за предложенный эксперимент. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.